Здравствуйте, с вами Светлана. И я хочу с вами поделиться своими покупками из магазина Fix Price. Есть новинки, есть старинки, есть очень нужные для меня товары. Купила я вот такие вот две милые чашечки. Просто милашки, как из сказки. Напоминают мне форму ручек. Посмотрите, какая форма ручки. Все были белого цвета. И, в принципе, я просмотрела каждую, а их много, без брака. Правда, очень пыльные, но без брака. У ручки интересные вензеля такие. Ну, не знаю, мне понравилось. У нас фирма Kitchen, 470 миллилитров и состав фаянс. Очень приятно будет в зимние вечера пить чай. Так как я покупала с варежками, с оленями, с елками, ну, чтобы немножечко поменять их, я решила купить вот такие вот белые, красивые. Ну, действительно, красивые чашки. Купила 3 штуки. Одна уже занята. Из одной уже пьют чай. Ну, замечательные. И форма у них классная. К низу сужаются. И здесь такая ножка. Цена на них 99 рублей. Хорошая цена. Ну, и продолжаю покупки посуды. Купила из опалового стекла 4 кофейные чашки. Пьют 4 у нас кофе. 3 чай человека пьет и 4 человека пьют кофе. Поэтому купила 4 чашки. Опаловое стекло. Здесь небольшой такой вот есть рисунок. Перекрученный такой. И золотой ободок. Маленькая ручка. Мне кажется, замечательная. Будет как бы для кофе. Ну, кто пьет мало чая, могут и чай, конечно. Но, видите, я купила такую чашечки такие. Не скажешь по мне, что я пью мало чая, да? Но понравились они мне. И к ним я купила блюдца. Блюдца белые. Край у нас под золото цвет. Классные они. Мне понравились. Фирма Kitchen. Блюдца стоили у нас 50 рублей. Чашечка стоила также 50. Если полностью набором, то 100 рублей, естественно, получается. Симпатично. Я решила, чтобы у меня белая была посуда и для гостей, и для себя любимой. Вот я немножечко покупаю потихонечку белую посуду. Где куплю, где вот понравится, там и покупаю. Если это Fix Price, если это ленты, если это светофор, где угодно, в любых магазинах, пусть она будет дорогая или не очень, главное, чтобы мне понравилось. Следующая покупка – это водоотталкивающая пропитка для кожи замши и нубука. Что нам заявляет производитель, что это улучшенная формула, придает водоотталкивающий эффект обработанным изделием из натуральной кожи, замши и нубука. Усиливает блеск, препятствует появлению грязевых и солевых разводов на обуви. Город Вязьма, производитель Вязьма, привет, и 260 миллилитров. Кто покупал, вам понравилось или нет, девочки, скажите, так как, мне кажется, эта вещь-то должна быть хорошая, правда? Перед использованием нужно открыть, и здесь распылитель, встряхнуть и обработать.
Я не знаю, первый раз беру именно вот в фикс-прайсе. Так я покупала в других магазинах, но они там жутко дорогие. Поэтому решила попробовать. Следующая покупка у меня крем. Я, по-моему, такой покупала, если я не ошибаюсь, а может, я ошибаюсь. Крем и абрикос. И это гель-уход для душа. Очень, девочки, экономный. С маслом абрикосовых косточек и невероятная нежная кожа. 750 миллилитров. Вообще мне производитель фирмы Нивея очень нравится. И здесь вот даже написано, что 25% бесплатно. Подходит как пена для ванны даже. Гель для душа с натуральным маслом абрикосовых косточек позаботится о вашей коже, делая ее невероятно мягкой и нежной. 750 миллилитров. Сейчас в фикс-прайсе очень много появляется продуктов от фирмы Nivea. Продуктов уходовых. Крем зимний Nivea, также дезодоранты, шампуни и гели. Я вам рекомендую, так как очень и очень хорошие. Цена на 750 миллилитров 199 рублей. Крем от фирмы Аура. Ну, как выгодная покупка, я не знаю, как выгодная. Крем-уход для рук и тела. На 200 применений олива и авокадо. В наших магазинах, а я когда делала обзор, обращала внимание, было только олива и авокадо. Универсальный крем-уход создан для бережной заботы о вашей коже, рук и тела. Витамины А и Е, которые содержатся в масле авокадо, а также экстракт оливы помогают противостоять повреждению вашей кожи и старению. Ну, насчет цены хочу сказать, что действительно экономная цена 50 рублей или 55. Я что-то не вижу своего чека. 50 или 55. Очень-очень приятно пахнет. Аромат приятный, но нет фольги, не зафольгировано. Это очень жаль. Я не смотрела все кремы, может быть, только у меня такой попался. Кто покупал, скажите, вы покупали, он уже был зафольгированный или нет? Свой крем я взяла не первым, а подальше там у меня стоял. Аромат очень приятный и смягчает кожу рук. Я уже попробовала, пока ехала в машине. Мне понравилось. Приобрела. Не первый раз, я не знаю, который раз я покупаю, но потому что мне очень нравится и подходит. Это маска бальзам для волос. Глубокое восстановление, 100% натуральные фрукты, банан, киви, орхидея. Антистатический эффект. Живые маски. Мне очень нравится и цена тоже нравится. 50 рублей, 240 миллилитров для эффективного ухода за волосами. Так, здесь натуральные фрукты, банан. Ну, я уже это сказала, в принципе. Как маска мне подходит. После мытья волос я наношу маску бальзам, держу 15 минут, смываю, и волосы очень такие живые получаются, прям роскошные волосы, если честно. Так, может быть, мы немного подвинем мою посуду. Следующая покупка – это у нас формула бережного ухода. Аромат очень приятный. Это гель для душа. 400 миллилитров и производитель. Производитель, я что-то не вижу производителя, если честно. Не вижу. Изготовлен 11-20. Аромат очень-очень приятный и пахнет
знаете, спокойно, ненавязчиво черри. Не вишней, а черри. И консистенция густая. Мне понравилось. Ну, еще не использовала, а по аромату мне понравилось. Новый товар. Я обязательно его приобрела. Это сумка. Сумка Шоппер. 199 рублей. Размер 32 на 35. В магазине представлены девочки в трех цветах. Но, по крайней мере, в наших магазинах я видела только в трех цветах. У нас серебро. Это пайетки. Серебро. И если мы проведем рукой в обратную сторону, у нас получается сумочка серебряно-черная. Пайетки окрашены с одной стороны в серебро, а с обратной стороны они окрашены в черный цвет. Можно совсем вот так вот сделать серебряную, а можно и рисунок какой-то провести. С обратной стороны у нас эко-кожа. Мягкая, приятная ручки, но без молнии и без кнопки. Но есть подкладка черного цвета. В магазине представлены в розовом цвете, приятный такой розовый цвет, в золотисто-желтым, такой прям вот не просто желтый, а он цвет золота, вот если правильно сказать, цвет золота. И вот серебряный. Мне она понадобилась именно для того, чтобы, ну, как хозяйственная сумка. Цена 199 рублей. Хлеб, допустим, молоко, сахар, какие-то фрукты. Но, конечно, не картошку носить. Цена. И приобрела колготки за 99 рублей. 20D. Цвет у нас вот такой вот коричневый. Знаете, как загар. Сейчас я удалю из упаковки и покажу вам цвет. А цвет шикарный. Красивый, да? Но 20D. Ну, я думаю, нормально, ничего страшного. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана и моим, ну, наверное, я так думаю, уже в этом году крайние покупки. Все было очень нужно. Что-то я купила себе, что-то на подарок. Но магазин меня порадовал. Цены порадовали. И, знаете, из опалового стекла была коллекция зимняя, опаловая посуда с золотистым краем. Я покупала, есть на моем канале видео. Вы знаете, эту посуду у нас в магазинах разобрали. Я когда ходила, делала обзор, объезжала несколько магазинов, и там оставались прям остатки. Оставались тарелочек вообще не было, ни по 55, ни по 77 небольших блюд по 99, по-моему, они были, да? Их нет совсем. Салатников больших на 2 с копейкой литра тоже не оказалось. И осталось, знаете, по 2, по 3 салатника или пиала бул. Людям нравится эта посуда, она действительно хорошая. И если вас не смущает, что когда вы будете мыть в посудомоечной машине, край смоется, допустим, это будет просто белая посуда. Просто белая посуда. Для меня, допустим, не играет роль, с золотым краем она или нет. Тем более я мою посуду руками. Ну а на этом все. Пока-пока. С наступающими вас праздниками. Желаю вам здоровья, быть позитивными. Даже сейчас, в такое тяжелое время,
Ну, ничего страшного, мы прорвемся, все будет окей. Главное, не надо злиться, надо быть добрее. И желаю вам всем, абсолютно всем, встретить Новый год с очень близкими людьми.